А для его выполнения нам потребуется специальное дыхание. Дыхание, как наши предки называли, реза. Будто мы втягиваем плотность в себя. Зубы вместе, язык у неба за зубами, а губы вперед. И мы будто втягиваем вдох. И живот при этом вперед. Будто мы животом втягиваем. Закрывается рот и делается резкий выдох через нос с характерным звуком шиканья. Вдох. Вдох. И 10 раз сделаем, просто включим технику. Это еще пока подготовка. На вдохе втягивание будто плотности. Живот вперед. И потом резкий выдох через нос. Живот в себя. Дмитрий, а выдыхаем полностью или поверхностно? А выдыхать поверхностно желательно. Да, там много. А получается, что мы вдыхаем будто на 100%, а выдыхаем только на 5%. Вдох на 100, выдох на 5%, вдох на 100, выдох поверхностно носом только на 5%, и мы постоянно на 95% в плюсе. Вот задача — научиться именно так дышать. А идеально, чтобы выдох носовой дальше носа не уходил, чтобы мы не выдыхали все с нутром, а только пшикаем носом. И у нас остается только вдох. В спасе это дыхание называется буцанье реже. Раньше у предков не было термина энергия, прана. Наши предки называли то, что мы сегодня называем энергия, либо сила, либо реже. Порфирий Иванов, который закалялся, все мы знаем, что он закалялся. Все же знают Порфирия Иванова, слышали про него. Многие знают, что он закалялся холодом, но мало кто знает, что он много уделял внимания дыхательным практикам. Реже. Он это называл дыхание реже. Вот аналогичное дыхание. И он не просто так начал закаляться. Никогда у него там было горе с семьей, он там решил себя заморозить там по деревам, и потом у него включились. Его обучали, его был путь обучения определенный. И помимо того, что он закалялся холодом, он еще мог находиться в кипятке. И тогда он еще сказал, что один год молитв заменяется одним часом созерцания, один час созерцания заменяется одной минутой в кипятке. Поэтому в Тибете точно так же лам проверяют кипятком. Когда он входит в самадхи, если он действительно в самадхи, кипяток не должен на него влиять. И вот буцанье реже — это, то есть, техника насыщения энергии, то есть по-нашему, по-современному, праной. И вот данное дыхание мы будем подключать в разные упражнения. Первое упражнение пока покажу. Будет выглядеть таким вот образом. Пока просто покажу. Посмотрите. То есть дыхание то же самое. То, что мы делали отдельно. Вдох через рот мы втягиваем. А потом поверхностный выдох. Но упражнения теперь будут меняться, а вот именно это дыхание везде оставаться. Вот такой вот принцип. Сейчас самое главное — изучить дыхание. Есть какие-нибудь вопросы по этому дыханию? Оно очень важно. Да. Благодаря этому дыханию загораться будет котел. Сначала будет тепло, потом горячо и приятно. Вопрос, значит, когда вдыхаем, внимание на животе. Как живот наполняется? Как живот, да, наполняется. Не для этого новый момент. А вот можно поставить ладони. И вот задача — на вдохе живот отталкивает ладони. Чтоб на нашем вдохе. Нет, плечи опущены. Не задираем. Это получается, я вдыхаю, а живот я выпячиваю вперед. Да. Да, да, да. Дыхание животом такое. Да, брюшное дыхание. На вдохе живот вперед. Закрыли рот. И выдох поверхностно через нос. То есть мы постоянно массируем, стимулируем брюшную полость. Пупок — это точка, называется энергетический генератор. Энергетический генератор. Под пупком — три пальца у мужчины, у женщины чуть ниже. Под пупком — точка, которая называется дворец сексуальной силы. В этой точке под пупком соединяются все нервные окончания.
И когда у нас живот при дыхании стимулируется, мы стимулируем эту точку, а значит, мы стимулируем всю свою нервную систему и мозг. Поэтому очень важно уметь дышать животом. Язык к небу наверх прижимаешь, да? А первый мост за зубами сразу. Есть второй, мягкое небо вверх, третий назад, первый за зубами. А рот замкнут? А, на вдохе, да. У нас зубы вместе, язык у неба, а губы вперед. Вот всего три составляющих. Зубы, губы, язык. Но зубы, они не стискиваются. Усилия не должно быть. Они просто соприкасаются, но челюсть расслаблена. Просто соединили, и делается вдох. Соединить их можно друг на друга поставить, передние зубы, а можно за, ну так обычно. Не принципиально. Но лучше всего соединить передние зубы. Друг на друга. Да, друг на друга. Так легче просто. Да. А, хорошо. Сначала тогда выполняем нулевое упражнение, стойка кона, либо дерево жизни его называют, для энергонасыщения. Ноги вместе. Ноги вместе. Торшак. Макушка в небо, растягивая позвоночник как струну. Весь тело переносится на правую. Левая поднимается, отставляется в сторону на расстояние ширину плеч. Распределяется равновесие. И с легким приседом поднимаются руки до уровня груди. Либо плеч. Далее соединяются средние и именные пальцы. Не безымянный, а именной. Чтобы мы не становились безродными, безымянными. Средний и именной палец для балансировки солнца и луны, внутренней природы мужчины и женщины. После чего весь тело равномерно между тазобедренными суставами, ближе к пальцам ног. Лопатки вперед, плечи вниз. Поясница вниз, макушка в небо, растягивая позвоночник как струна. И постоянно такое натяжение позвоночника как тетива. Поясница вниз, макушка в небо, мы висим, тело как гроздь винограда, свисающая вниз. Дышим, живот расслаблен. И представляем ниже пупка, внутри живота ядро, либо солнце. Такая энергетическая статичная медитация. Предки называли это положение стойка кона, космоса. Именно в этом положении ребенок находится в утробе матери. Самое энергосберегающее положение. В любой момент, когда вы чувствуете отток сил, энергии, можете подзарядиться в этом положении. Пару минут постоим. Все внимание непрерывно и непоколебимо внизу живота, ядро. Сияющее, как солнце. Круглое, огненное. Пульсирует, как ритм сердцебиения. И издает шипящий звук силы. Круглое, огненное, пульсирующее, шипящее. Четыре характеристики силы. Солнце, как ядро плотное, настолько сильное, горячее, что если бы металл к нему приближался, он тут же начал бы плавиться и испарился. Еще минута. На лице улыбка, на сердце радость. Стоим от души, практикуем от души, живем от души, трудимся от души. Все от души. Главное душу, себя не потерять. Найдя удержать, удерживая приумножать.
И с выдохом опускаются руки. На вдохе левая нога к правой и два запечатывания радиальных. Вдох. Кисти на животе, плавный выдох через нос. Представляем, как солнце нагревается в животе. И еще раз вдох. Плавный выдох. Делается три стопы в сторону. Раз, два, три. Сейчас перейдем уже к упражнению внутреннего укрепления, к железной рубашке. Кисти будут у нас на уровне плеч. На уровне плеч. И все движения от ядра силы. На вдохе поворот, выдох. На вдохе поворот, выдох. Сделаем 12 раз. Напомню, движение от ядра. То есть я поворачиваюсь не корпусом, не плечами. Поворачивается живот, а тело догоняет. Будто ядро поворачивает, тело догоняет. Ядро поворачивает, тело догоняет. И вот сделать это такой медитацией. Это и есть внутренняя работа, движение от стана, от ядра. Все движения начинаются в левую сторону. Связано с отстающей кровью, чтобы уравновесить ее с силой энергии. Подсчет. Все подсчет. Все будем друг друга слышать, входя в резонанс. Входя в резонанс, каждый друг друга слушает. И общей практикой мы друг друга усиливаем, пребывая в резонансе. И все движения влево. Раз. Стоим. Два. В другую сторону. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12. Руки убираем на ядро. У мужчин правая кисть наружу, на хлёсте правая. И два радиальных запечатывания. Выдох. И еще раз. Выдох. Произвольное дыхание, торшак в небо. Представляем образ солнца в котле. Солнце круглое, огненное, пульсирует и издает шипящий звук силы. Душой, наслаждаясь, любуемся, созерцаем, внимание от души, любование. Второе упражнение в наклоне у нас будет. Сначала покажу, руки прижаты к корпусу, и также от котла, от живота, вдох, выдох, вдох, выдох. Будто мы взглядом рисуем радиус, 180 градусов, перетягиваться не надо, не дотянулись, желательно дотянуться. Руки прижаты к корпусу, не вниз, не вверх, не в сторону, а параллельно. И начнем. Также каждый друг друга слушает, каждый друг другу брат, каждый, входя в резонанс, усиливая друг друга. От ядра влево на вдохе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Поднимаемся. Два радиальных.
Произвольное дыхание, макушка в небо, внимание, солнце в котле. Солнце круглое, огненное, пульсирует, издает шипящий звук силы. Сжимаем образ в точку и переходим к третьему. Покажу сначала, выглядит зеркально. Если в предыдущих мы на вдохе поворачивались, потом выдох, на вдохе поворачивались, выдох, то есть вдох был динамика, выдох статика, то здесь наоборот, вдох статика, а выдох динамика, поворот. Вдох статика и потом выдох. Мы от ядра вращаемся, вдох, выдох, посмотрели в небо. Не в сторону, а взгляд надо поднять. Поднимается за счет доворота поясницы, живота, ядра. Посмотрели в небо. Вдох, статика. И ядром повернулись. Разрабатываю родовую связь. Точка от пупка до поясницы. Вот таким вот образом. Руки у нас находятся на пояснице. Внутренняя мужчины левая. Ладонь внешняя правая в кулаке. Мизинец и большой в районе запястья. И вот в таком положении находится точка напротив пупка, только на пояснице. Вот центр ладони идеально поставить сюда. А мизинец, как уже говорил, и большой палец в районе запястья. Опоясывающий канал силы, меридиан. Это связь с нашим кишечником. Если мы долго-долго будем вращать на одной и другой руке, то у вас рефлекторно, а точнее естественно, пойдется детокс кишечника. Можно побежать в туалет. Но так скоро, быстро нам делать не надо. Постепенно, для того, чтобы активировать наш второй мозг, то есть кишечник, именно здесь мизинец должен быть небольшой в районе запястья. Ноги на расстоянии 3 стоп, либо двойная ширина плеч. Наклон. Также вдох будет статика, на выдохе поворот. Влево от ядра. Раз. Посмотрели в небо, задержались. Вдох, два. Посмотрели в небо. Три. Посмотрели в небо. Внимание, больше, чтобы движение было от живота. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8 9 10 11 12. Завершаем два радиальных запечатывания. Произвольное дыхание. Солнце в котле. Сжимаем в точку. Вот это третье простое упражнение. Она активирует шишковидную железу и включает кишечник, два мозга. Наш кишечник – это вывернутый мозг наизнанку. В нем настолько сложная нервная система, как во всем организме вместе взятом. И даже более того, в нашем кишечнике своя нейронная связь, как в головном мозге. Как в головном мозге. И вот это упражнение активирует два мозга. Первые два упражнения – это и это упражнение активирует микрокосмическую орбиту. Даосы двумя этими упражнениями работают с людьми, у которых онкология, восстанавливают тело на клеточном уровне, если нарушилась ДНК. Следующее, четвертое упражнение, похоже на отжимания на пальцах. Наши пальцы – это продолжение органов. У нас 5 полых органов, 5 плотных органов, 5 внешних органов чувств, 5 внутренних органов чувств. И человек считается ладонь Бога. 2, 2, 1. Все пятилично определенно. И вот внешние считаются фаланги, отвечают за органы, средние за железы, эндокринные органы, а внутренние за ядра силы, то, что называют 5 чакр, имеющие тегле, то есть живу. Родничок и база не имеют живу. Не имеют роднички, предки называли врата. И вот укрепляя пальцы, мы укрепляем органы, железы и ядра.
Недаром раньше казаки ходили на пальцах. Обязательно. Многие раньше боевые искусства были зашифрованы в танцы. И людей учили прыгать и так далее. Укрепляя пальцы, мы укрепляем органы и дух. А, как уже говорил, голеностопы, и это отвечает за дух, когда мы вращали. И вот следующее упражнение. Мы на пальцах стоим. Сначала просто покажу. И вот самое главное, чтобы ноги были вместе. Не таким вот образом, а чтобы сила распределялась по жилам, то есть по меридианам. Кисти на уровне плеч либо груди, ни выше, ни ниже. И на вдохе мы опускаемся вниз, а локти идут вдоль корпуса. Не в сторону, а вдоль корпуса. И потом резкий выдох. Нужно взорваться, вытолкнуться, и причем вытолкнуться еще исключить из плеч. Сделаем 12 раз. Если будет тяжело, а в первый раз может быть тяжело, это нормально, я это естественно. На пальцах каждое утро. Замечательно. А, это еще не все, надо сигнал выхода сказать. Очень важно момент, когда мы выходим. А, первое, если устали, ничего страшного, это нормально, это нормально. Просто продолжаем стоя 12 раз додышать. Со всеми подсчет. Если и так будет тяжело, тогда от колен. Главное 12 раз завершить. А если завершить. Пальцы устали, можно перейти на ладони? Или лучше? Нету смысла. На пальцах? Лучше, да, на коленях и на пальцах, потому что мы должны именно пальцы укреплять, да, это органы. Пальцы – это продолжение мозга. Это продолжение нашего мозга. И вот самое главное, когда мы выходим, не выходим резко вставая, мы должны скинуть напряжение с фаланг. А фаланги – это глаза. Если мы перенапрягаемся чрезмерно в фаланге и резко встаем, у нас падает зрение. Падает зрение. Падает зрение, нарушаются органы, то есть пальцы. Работая, перегружаем пальцы, падает зрение. А зрение нарушает ДНК. Когда индейцев поили огненной водой, то есть алкоголью, а их генофон падал, они не имели иммунитет от алкоголя. И когда они поняли, что их уничтожают на уровне ДНК, генофона, первое, что они начали делать, чтобы восстановить свой ДНК и рот, это восстанавливать зрение. Восстановить зрение и пальцы. И тем самым восстановили свою ДНК, тогда с ними не справились и физически на них пошли. Вот зрение и пальцы, тесная связь. И вот когда мы встаем, не резко вставайте, сначала можно покачаться, скинуть, почувствовать расслабление. И став постучать. Постучать, постучали, постучали, и чувствуете, что ваши пальцы гибко, мягко сгибаются. Не должно через такое дерево сжимать в кулаки, они должны мягко сжаться. И вот для того, чтобы мягко сжались, постучали. Можно даже резко встать, но вот самое главное – это вот простукивание завершающее. Постучали, вы почувствуете, что пальцы стали как гибкие, как струна. И потом уже можно завершать и запечатывание. Вот таким вот образом. 12 взрывов. И в конце простучали и запечатались. Ноги вместе, кисти на уровне груди, плеч. Раз, вдох. Ждем, братьев. В резонансе делаем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. 9. 10. 11. И завершающий 12. Поставили ноги, отпустив, простучали, простучали, простучали. Как ты добрался? И в конце два радиальных запечатывания. Произвольное дыхание, солнце в котле, солнце круглое, огненное, пульсирует, издает шипящий звук силы.
сжали его в росточку. Следующее. Стоя на правой, поднимается левая. Кисти в замке. Большие пальцы вместе. Курбан, большие пальцы вместе. Да, самое главное тут большие пальцы не разгибать. Канал духа. Сделаем 6 на одной, 6 на другой ноге. Большие пальцы, меняя ноги, не размыкаются. В конце, когда уже поставили ногу, вот тогда пальцы можно разомкнуть, чтобы дух собирался, а не рассеивался. Собрали. Звезда, то есть пальцы друг на друга. И будет, сначала покажу. Вдох. И потом выдох. Будто мы вбиваем сваю. Встали, вернулись. И с этого положения, с этой базы опять два вдох. Будто вбиваем сваю. Вернулись в базу. И руки выбрасываем не вперед, не влево, не вправо, а к стопе. Будто взглядом вцепили в землю, внимание, направляющая воля, как копье пробивает щит. Схватились. Макушка в небо, торшак. Начинаем. Стоя на правой. Раз. Вернулись. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. Кисти не разлипаются. Меняем ногу. Раз. Макушка в небо, торшак. Два. Вытягиваемся в небо, будет легче удержать равновесие. Три. Четыре. Пять. Шесть. Завершаем, поставили ногу, уже разомкнув запечатывание. Произвольное дыхание, солнце в котле. Сжимаем в точку. Следующее упражнение, подобно всаднику, в низком уровне, будет у нас таким вот образом. Упражнение выполняется не за счет того, что я руками, кистями развожу руки, а руки просто прилипли. Все делается за счет ключиц, пушек, цепь, ядро. За счет пушек, за счет ключиц. Ключицы сводят, разводят. Сводят, разводят. А руки просто прилипли и ходят. 12 раз. Данное упражнение укрепляет органы изнутри. И также связь с землей закаляет ноги. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. И 12. Поднимаемся. Два радиальных. Произвольное дыхание, солнце в котле. Макушка в небо, торшак. Еще одно энергетическое упражнение, обхват луны либо объемное запечатывание, ноги на расстоянии 3 стопы. Здесь уже выдох будет плавный, сначала покажу.
таким вот образом будем выполнять. Разобьем по сегментам. Встанем, кисти в нахлёсте на животе, у мужчин правая внешняя. Пока дыхание произвольное. Первый шаг. Руки к небесному оку, к межбровью. Пока произвольно, пока сегмент изучаем. Далее, будто обхватили дерево на уровне лица. И потом, будто черпаем воду, поднимая средние пальцы вместе. Разворачиваем кисти к земле. И совершается опускание, запечатывание. И еще раз. Межбровья, дерево, черпанули воду, перевернули, запечатались. И соединим с дыханием. На задержке дыхания поднимаются руки. И от межбровья начинается вдох. До этого уровня. Тут задержка, переворачиваем кисти и вниз выдох. Тут произвольное дыхание, держим образ солнца в котле. Солнце круглое, огненное, пульсирует, издает шипящий звук силы. Два, на задержке поднимаем, отсюда во вдох. Произвольное, солнце в котле. Три. Пять. Шесть. Семь. Девять. Десять. Одиннадцать и 12. Произвольное дыхание, солнце в котле. И делаем два радиальных. Раз. Два. Произвольное дыхание, солнце в котле. Солнце круглое, огненное, пульсирует, издает шипящий звук силы. Оно настолько яркое и огненное, что если бы металл к нему приближался, он тут же начал бы плавиться и испарился. Сжимаем образ в точку и завершаем. Вот этот комплекс называется железная рубашка, либо цигун даосский свернувшийся дракон,
именно этот комплекс упражнений начинает нас укреплять изнутри, и мы становимся стальными изнутри, и уже после этого у нас обычно сдают экзамены, которые я говорил в начале. Либо кирпичи на голове кувалды разбиваются, копья, машины, и вообще их 35 основных. Но челку обычно дают либо 3 в разных вариациях, либо 5. Если может сдать 3, либо 5, то и все 3 остальные, 35, он то же самое сдаст.